Так, добрый-добрый субботний день. Так, у меня какие-то кудряшки, волосы выросли. Нужно пойти к парикмахеру, но, к сожалению, у нас карантин и всех закрыли. Всем привет! На связи с вами Жанна Киселева. В это субботнее утро мне стало скучновато на моем аккаунте одной. Я решила пригласить в гости сегодня не парикмахера, к которому мне пора бы сходить, но моего косметолога. Дело в том, что с некоторого времени этот человек не только мой личный косметолог, то есть делает меня красивой, это еще и мой бизнес-партнер. Так как многие меня спрашивают: «Жанна, что это за такой бизнес, который ты там создаешь?», я решила рассказать вам о этом бизнесе через истории людей, с которыми я работаю. И сегодня в нашем эфире мой личный косметолог, моя женщина, которая создает красоту на моем лице, это Ольга Муравьева. Так, Оля, я приглашаю тебя в студию. Приглашаю ко мне в гости на мой аккаунт. И сегодня с Олей мы с вами через ее личную историю дадим бизнес-идею для косметологов, которые могут развивать это дело в Германии. Оля, привет, ты меня слышишь? Да, слышу, Жанна, всем доброе утро. Очень Доброе рада утро, Оля. Оль, быть ты тут. слышала, что я рассказала тебе, что ты та женщина, которая заботится о красоте моего лица? Конечно, конечно. Все слышал с самого начала. Да, супер. А теперь и не только о красоте лица, теперь еще и о развитии бизнеса, который мы вместе с ней строим. Оль, ну давай все по порядку. Я сейчас нашим телезрителям пообещала, что мы коротенько в этот субботний день расскажем о том, как мы развиваем свой бизнес, да? Чтобы было понятно, о чем здесь у нас. Потому что многие спрашивают, что это вы там такое интересное делаете и как это у вас получается. Вообще, можно ли этим зарабатывать и что это за такая идея? Вот. Давай тогда все по порядку. Сначала мы расскажем о том, как мы с тобой вообще познакомились и как ты вообще узнала о этой бизнес-идее. Да, ну начну сначала представлюсь. Меня зовут Ольга Муравьева. Работаю косметологом уже 10 лет, то есть в индустрии красоты, да, из Байрона. Вот. Начну с того, что как бы это была всегда моя мечта работать в индустрии красоты. А потом где-то что-то все равно меняется, да, допустим, когда ты узнаешь о продуктах разных, да, и когда-то ты понимаешь, что только косметических продуктов недостаточно для полного как осознавания, да, всего того, что, да, есть проблемы с кожей, но все-таки мы все прекрасно понимаем, что кожа — это наш показатель, да, то, что у нас внутри не так, да. И мне хотелось бы что-то вот улучшить, да, что-то где-то найти, какие-то продукты, которые работали не только снаружи, но и изнутри, да, чтобы это было комплексно. Потому что косметологов, которые работают только с косметикой, очень много, да. И поэтому ты понимаешь, что что-то должно быть особенное, да, что ты мог бы помочь чем-то, да, людям, то есть моим клиентам, скажем так. И тогда я начала поиск каких-то дополнительных продуктов, да, допустим, акне, очищение, да, очищение кишечника, желудка, что это, где это, как это, как это понять, куда людей направить, да. И тут появилась у меня клиентка Жанна, которая начала мне об этом рассказывать, да, что вот у нас там такие классные продукты, Оля, попробуй, Оля, сделай, Оля, так. Я подумала, думаю, сначала, конечно, была осторожна ко всему, как и каждый, наверное, из нас, и потом все-таки решила попробовать на себе. То есть, попробовавши на себе, ты никак не можешь людям донести ту истину, да, для чего это все нужно. Когда я познакомилась с этими продуктами, да, то есть
ушел вес, там 14 килограмм, у меня были, ну, хорошие достижения, да. Это скромненько, 14 килограмм. Ну, потому что у моих клиентов было больше, да, то есть поэтому... Да, теперь ты знаешь, да, что может быть больше, да. Может быть больше. Когда я попробовала, то есть прибавилась энергия, улучшилась у меня кожа, хотя с продуктами тоже я была очень довольна, но как-то чего-то все равно не хватало, да. Ну и по здоровью имеешь тоже, в виду да. С продуктами, с косметическими ты была довольна? Да, я была довольна, но что-то все равно вот не хватало, да. Ну и как, соответственно, косметологи тоже работают на убой, скажем так, да, то есть если, извиняюсь, ты уже известен, то к тебе уже много клиентов ходит, и ты уже просто о себе забываешь, да? Оль, неизвестен, я тебе скажу по-другому. Когда ты хорошо делаешь свою работу, а что ты делаешь, то тебе рекламировать себя не нужно, люди начинают о тебе рассказывать. Я могу подтвердить, тебя я долго искала, да, я попробовала много немецких косметологов, прежде чем я вспомнила, что я знаю Олю, и что Оля, оказывается, у меня под носом живет, и к ней можно обратиться. Ну, в общем, да. И тогда как бы уже потеряла теперь мысль немножко по-другому начну. И начала, ну, как бы я достигла больших результатов, да, с продукцией кораллового клуба. И, то есть, взяла себе на заметку, что я буду рекомендовать своим клиентам, которые хотят достичь хороших результатов, да. Конечно, не каждый соглашается, но люди, которые согласились, поверили и приобрели эти продукты, да, то есть сразу было видно уже через месяц результаты, да, когда тебе клиенты звонят: «Оля, спасибо, спасибо, у меня улучшилась кожа, там, у меня такие результаты по здоровью даже, как бы, хотя ко мне это совсем не относится, да, скажем так». И вот у меня, у кого сахар, у кого с желудком проблемы ушли, и все такие восторги, да, поэтому я решила как бы дальше продолжать заниматься в коралловом клубе продуктами. Но не только как потребитель, а также как дистрибьютор. Почему? Как бы, потому что продукт работает, действительно работает, да. И, то есть, поначалу было это немножко такие маленькие шаги, да, потому как не было времени, очень много заглянуть. И когда у меня появилось время в первую пандемию, да, я начала потихоньку разбираться. У меня было очень много времени. И когда я увидела, какая это концепция здоровья, я была, конечно, шокирована. Почему? Потому что полностью вода. Много разных фирм, которые предлагают, да. Но здесь самое главное была вода. Вода очень важна для нашего организма. Не только по здоровью, но и для кожи, да. Вы все знаете, какая вода, сколько ее пить, зачем ее пить. Никто об этом не знает. Все, да, я пью, а что я пью, какую я воду пью, почему вот эта вода конкретно, да. То есть я начала разбираться, и наткнулась на такую классную систему вообще, где ты получаешь столько знаний, столько концепций здоровья, то есть это означает, что ты полностью подходишь ко всему со всех сторон, да, то есть очистка, антипаразитарные программы, очищение кишечника и много тысяч других поддержаний для собственного здоровья, да, витамины, минералы, аминокислоты. Это первое, да. Во-вторых, ты получаешь каждый день обучение, да, то есть ты обучаешься каждый день бесплатно, заходишь на крутую платформу. То, что сейчас уже, наверное, в течение 10 лет девочки делают, как только появились платформы, и такая классная платформа в Telegram, где они все это дают бесплатно, ты покупаешь только продукты, заботишься о своем здоровье, и плюс получаешь миллион знаний. Да, мы что-то знали, да, мы где-то видели, но
когда ты комплексно все это получаешь и начинаешь разбираться с этим, ты даже не представляешь, какая-то кладезь со всех сторон. Представляете, профессионалы в каждом своем деле, или, скажем так, да, которые рассказывают свои истории, и хайль-практикер, и нутриологи, и просто бухгалтеры, да, которые люди занялись и начали разбираться, и вот ты набираешься столько информации, где ты нигде такой информации ты просто не получишь, да. Да, в интернете можно, но это совсем не то. Там по отдельным, да, ситуациям, а здесь все в комплексе, все вместе, да. Мне как косметологу, да, допустим, чтобы себя продвигать, все время нужны какие-то курсы, какие-то, то есть получение знания откуда-то нужно брать, какие-то книги читать, да. Здесь я не заморачиваюсь, я открыла, посмотрела и практически всегда нахожу то, что мне нужно, да. По тем же самым, ты всегда как-то забываешь немножко, да, тебе нужно все время жить в ногу, да, продвигаться, и здесь ты получаешь конкретно все. Кураторы, которые тебя не оставляют, которые каждую минуту ответят, да, не один, так другой. То есть люди, которые постоянно на связи, да, то есть ты можешь получить ответ в секунды, да, если тебя что-то заинтересовало. Это тоже очень важный аспект. Вот. Оля, можно я немножко рассортирую то, что ты сейчас сказала, вот для новичков, да, для тех людей, которые, ну, не знают, о чем ты сейчас говоришь. Немножко так красную черту проведу. Ну, мы с тобой начали с того, что как ты пришла сюда, да, и как у тебя все понеслось. Вот видно, что у тебя понеслось, потому что тебя не остановить, как ты об этом рассказываешь. Вообще столько всего, чем ты хотелось поделиться. Я немножко для тех, кто не совсем знает компанию, да, и чем мы занимаемся, я немножко расскажу, что это сетевая компания «Коралловый клуб», да, которая продвигает продукты для здоровья по всему миру. Вот. И когда мы с Олей познакомились, я уже была в сетевой компании, и Оля это предлагала. И вот тогда, так как Оля была хорошим косметологом, которому в принципе недостатка клиентов не было, хотелось все-таки отличаться чем-то от других своих коллег, Оля поняла, что нужно рассматривать кожу не только как орган, а еще и человека в общем. Правильно, Оля, я говорю? Да. Все, что меня добавляет, да? То есть человек, Оля понимала, что это не кожа перед ней лежит, это человек со своей определенной жизнью, да, со своими привычками. И она знала, что наша кожа всегда, у меня звонок все время, что наша кожа, наша красота кожи зависит от всех этих наших тех самых привычек. Начиная с шлакованного кишечника и заканчивая стрессом с мужем. И все это Оля знала и решила в этом разбираться. Я тогда помню, с каким интересом Ольга проходила проект, который длился 3 месяца, девчонки, 3 месяца. Оля участвовала в проекте параллельно к своей работе. Так, кто-то мне слишком сильно хочет говорить. Сейчас, минутку. So. Вот. И я помню, сколько работы у Оли, да, с утра до вечера, и еще и участвовать в проекте. Причем, девчонки, домашку нужно было делать каждый день. Если Оля не сделала домашку каждый день и в конце недели не набрала определенные пункты, вылетаешь из проекта. А 3 месяца, представляете, 3 месяца вот так. Вот, после которых вот Оля и говорит, что достигла результата 14 килограмм, скромненько так сказала, 14 килограмм. Но Оля, конечно, то есть по ней было видно, что не только 14 килограмм, а свежесть, какая-то юность такая, да, даже клиенты, тебе, помнишь, ты мне говорила, спрашивали, Оль, ты похудеть похудела, и кругов под глазами нет, да, выглядишь прекрасно. Вот. И вот тогда Оля-то и говорит вот о том, что концепция здоровья, про которую мы все говорим, то есть компания продвигает продукты для здоровья, но
Не просто продукты, баночки какие-то, а обучает людей использовать продукт так, чтобы достигнуть результата. То есть есть определенная концепция, по которой мы людей ведем и показываем, какие потребности есть у организма, как их можно закрыть для того, чтобы получить результат. И вот с этим всем вот рассказывала, что разбиралась, и сколько всего оказывается знаний, и насколько просто работает этот инструмент для обучения. И еще до пандемии Ольга активно советовала продукт, и у нее уже были потребители, но и сейчас, да, в такой ситуации было бы глупо не воспользоваться возможностью, да, когда отобрали салон, да, и не развиваться. И вот Оля говорит сейчас, что мы сейчас активно занимаемся обучением, которое предоставляется дистрибьюторам компании безоплатно, то есть платить за это ничего не нужно, ты добавляешься на определенные платформы, и тебя практически за ручку ведут по обучению концепции здоровья, по употреблению продукта и по тому, как можно построить сеть потребителей, да, сеть магазинов по всему миру. Вот, и вот как раз ты, Оля, начала говорить про бизнес-идеи, да, то есть одна линия — это когда можно как косметолог для того, чтобы отличаться от своих коллег-конкурентов, работать вместе с компанией для того, чтобы работать с косметическими средствами и работать сразу по очищению организма, да, то есть по восстановлению организма, чтобы на коже был суперрезультат. А другая идея — это вот развивать ну, более такой масштабный бизнес, сеть магазинов по всему миру для того, чтобы люди могли приобретать продукты. Вот на этом месте я тебя перебила. Да, ну, и когда уже, конечно, вторая пандемия затянулась, да, то есть я уже решила конкретно сесть и разобраться со всем этим, да, потому что финансовый доход хотелось бы иметь, да, какой-то постоянный все равно, даже несмотря на пандемию. И вот если смотреть с этой точки зрения, да, я посмотрела, что никаких вложений в принципе не нужно, да, тебе. Ты должен только давать в принципе рекомендации, вести людей. И если у тебя есть результаты, также брать у людей разные, ну, как сказать, то, что отзывы, да, Да, сейчас чего люди привилегируют. достигли. Да, Да. чего люди Кейсы. достигли. Вот есть такое модное слово, называется кейс. Да, все, кто Да. работает, да, коучами, они говорят, самое главное в нашей работе — это кейсы. А кейс — это вот результат человека. То есть фотография до или после, да, там видео с отзывом. Это действительно так. Это работает лучше всего. Вот, поэтому я Начала. разбираться решила и как бы смотрю, что результаты, несмотря на то, что идут, да, то есть поэтому я как бы рекомендую всем косметологам, даже если не косметологи, вы в какой-то другой сфере работаете, приходите, вступайте в ряды наши, да, то есть и разберитесь, посмотрите, это действительно действует, это работает. Компания уже больше 20 лет на рынке по всему миру, да, то есть это уже о чем-то говорит. Нужна все равно какая-то стабильность, да, не так, что пришел, быстро-быстро все закидал, непонятной информацией заработал деньги и ушел, да, то есть нужна какая-то стабильность, хорошие результаты, постоянно какие-то курсы, да, то есть которые проводят, и очень интересные, да, где ведут людей. То есть сейчас у нас тоже стартует с сегодняшнего дня, о нет, с 8 числа, извиняюсь, это стартует программа «Здоровая новая жизнь». Да, Вот, по здоровым новые привычкам, привычки. по здоровым. Да, поэтому мы всех приглашаем туда, попробуйте, посмотрите, разберитесь и еще самое главное, то, что сейчас мы все ожидаем в компании. Сейчас компания делает огромное событие. Событие на своей платформе, которое может изменить жизнь каждого человека. Да? Если вы туда попадаете, уже вы выходите оттуда совсем другим человеком, со всеми другими амбициями и другими целями, да, потому что столько людей по всему миру, то есть на одной платформе, тем более сейчас это онлайн,
не нужно никуда ехать, не нужно таких огромных денег тратить на перелеты, переезды, на отели, да? То есть сейчас да, все... Да, Да, ну, Оль, тогда, знаешь, специально вот на такое событие, про которое ты сейчас говоришь, да, компания, которая организовала в следующие выходные, мы летали в Милан, в Италии, где мы еще были. 2 раза мы были в Италии, 2 раза мы были в Варшаве, мы были в Белоруссии, в общем, почти, ну, много европейских стран уже, Прага. То есть каждый раз, чтобы попасть на такое событие, нам нужно было перелететь и, как ты говоришь, отель оплатить, да, взять там время, семью оставить на это время, как обычно у нас там ребятишки, мужья и все остальное. Вот. А теперь, представляете, дома компания приходит к тебе в гости. Ты покупаешь билетик, 25, по-моему, долларов стоит, и компания приходит к тебе домой. На твой компьютер, а ты сидишь и смотришь. Крутая возможность. Очень крутая, я уже была, да, на такой, первая моя была, да, и после этого решила конкретно заняться тоже в коралловом клубе, скажем, бизнесом, да, то есть... Бизнес. Да. Оля, вот расскажи, я вот помню, я очень, ну, много мы с тобой разговаривали, ну, по употреблению продукции, ты очень, ты сказала, да, скептически была настроена, и долго, да, пока ты все-таки попробовала продукт, потом ты уже достигла результатов, ты вроде все уже увидела, да. Но вот когда ты была на первом мероприятии, вот на таком, да, то есть увидела масштаб компании, людей, то есть тут в коробочке так все раздвинулось, да, мышление, картинка сложилась, вот, и тебя так это хорошо торкнуло, то есть ты после, помню, после мероприятия такая в группе пишешь, так, девчонки, надо что-то делать, вот. Вот расскажи мне вот с прошлого мероприятия, вот что тебя вот правильно так, правда так захватило, что ты решила рассмотреть эту идею бизнеса для себя лично. Ведь сетевая компания — это, как правило, нестандартный способ зарабатывать деньги, хотя он абсолютно официальный, абсолютно даже ставишь гербы, ты даже все, ну, выполняешь, как все и положено, да? Но вызывает у людей какое-то вот, ну, что ли, непонимание. То есть многие люди не знают, что это такое, боятся этого и не рассматривают для себя эту возможность. А вот ты побывала, увидела нормальных людей, адекватных, да, без всяких там каких-то, ну, как представление о жизни каких-то неправильных, и тебя понесло. Вот что тебя, вот что там тебя затронуло тогда? Ой, затронуло меня очень много, да, всего, потому что там такие лидеры, такие люди, да, то есть со всех областей, да, то есть адвокаты, какие-то просто домохозяйки, да, и просто вот... То есть они так рассказывали про продукт и так, про свой бизнес, да, что ты просто понимаешь, почему я так не могу, да. Во-первых, сетевой, для меня как бы сетевой бизнес я никогда не считала каким-то отшельническим или каким-то бизнесом, потому что у нас очень много, и уже в России тогда было, когда я жила, да, и потом здесь, и очень много людей просто зарабатывать на сетевом бизнесе или как постоянный доход, или как просто какой-то, ну, дополнение. Да? То есть это, ну, много можно назвать разных, да, то есть и мы все туда идем, мы все там покупаем, и я как-то к нему нормально относилась, просто почему именно потому что там очень много, я даже не могу это объяснить, как это выразиться, очень много перспектив, да, для тебя, наверное, скорее всего, да, потому что ты можешь и просто так конкретно заняться этим бизнесом, да, то есть ничего не нужно, нужно брать рекомендации и людей, да, то есть показывать людям, смотрите, вот, у нас такие достижения. То, что компания работает с такими продуктами, да, то есть они рассказывали, да, что нанотехнологии, они ищут такие предприятия, да, ну, или, как бы, скажем, фабрики, или... Производители, да? Да, производители, которые действительно работают и как бы ищут чего-то, что-то новое, да, что-то, допустим, те же самые липосомальные, да, то есть ты там
столько всего, допустим, для меня как косметолог или липосомы, они очень быстро проникают в клетку, да, и поэтому, то есть, и в косметологию они очень хорошо используются, и также, когда это вот, слышишь, да, как люди отзываются о продуктах, какие достижения, сколько всего интересного, нового, да, выйдет, и вот какие там все счастливые. Ну, просто счастье, да, какое-то излучают люди, да, то есть все такие уверенные в себе, да, то есть никто там не сидит, да, я как-то там вот, а как-то все, и как-то все так просто, да, это так классно, завораживающе, да, скажем так. Ну, почему я не могу это сделать, да, то есть, ну, у меня тоже есть... Да. Да, это вот. Я согласна. Я сейчас тоже вот активно приглашаю своих потребителей побывать на мероприятии компании, потому что такая возможность неизвестна, представится еще или нет. А тут ты сидишь дома, смотришь на компьютере других людей, да, то есть у меня есть потребители, которые уже давно употребляют продукт. И я им говорю, пойдите, посмотрите компанию, президента, других людей из других стран, кто, чего, как. В этом раз компания хочет побольше таких кейсов, да, то есть результатов по здоровью, побольше рассказать о продуктах, о продуктовой линейке, о том, как производится продукт. Вот, и поэтому даже если это не интересует как бизнес и идея, то побывать на таком мероприятии и вот, как ты говоришь, заразиться вот этой эмоциями положительными, когда вокруг тебя только позитив. Не наигранный какой-то там позитив или какой-то ну, как вот говорят, в НЛП бывает, да, там прокачка мозга. Нет, нормальные, сердечные истории со сцены, которые люди рассказывают, как это было, как они работали на рынке, продавали там какие-то вещи, да, но я вот еще эти истории помню, и как они решили теперь свои финансовые проблемы, там, с коммуналки переехали куда-то еще что-то, благодаря тому, что открыли для себя сетевой бизнес и открыли этот продукт. Ведь Оля тоже, ну вот, хорошо Оля говорит, я относилась к сетевому бизнесу ровно. Я нет, я не знала, что такое сетевой. А теперь я понимаю, как сетевая компания может выжить, если она не будет производить качественный продукт. Правда ведь? То есть компания закроется уже через 5 лет. Ну, а хватит какое-то количество людей. Ну, втюхивают продукты, а потом она все равно пропадет, эта компания. Тут 20 лет на рынке, и самое интересное, да, то есть без качественного продукта, если все оранжевые, шторки оранжевые, кофта оранжевая, лепестик оранжевый, волосы, да, у меня что-то все под оранжевое. То есть, смотрите, если некачественный продукт, компания не выживет. А тут смотрите, какое развитие у компании. Как обычно сетевые развиваются? Идеи появляются в Америке, с Америки идет через Европу, в Россию, да? А тут наоборот, из России через Европу в Америку. То есть, представляете, какой масштаб у компании. Продукты, компания зарегистрирована не в России, а в Канаде, просто у нас президент русскоговорящий. Компания производит свой продукт не в России, есть пару продуктов, но в основном Америка, Япония, Европа, кстати, Германия тоже производит продукты, Франция. То есть очень много стран. И как Оля говорила, компания смотрит, где можно взять хорошее сырье для продукта, где можно этот продукт произвести. Вот, допустим, липостик производится на предприятии, которое, ну, уже наполовину работает на солнечных батареях. И через некоторое время они хотят на 100% перейти вот на солнечные батареи, чтобы не оставить углеродный след в природе, да, то есть качественное производство продукта, не нарушая закон продукта. Откуда мы берем эти продукты, все идеи? Из природы. Природа воодушевляет нас на натуральный образ жизни, на производство вот таких продуктов, и мы ни в коем случае не имеем права разрушать эту природу. И вот это все можно посмотреть на мероприятии компании в следующие выходные на своем собственном компьютере, на своем собственном ребенке. Это вообще за $25. Даже если не возникнет желания развиваться здесь, да, по определенной причине, но хотя бы заразиться этим эмоциональным зарядом, стоит там побывать.
Да, просто даже просто там побывать, да, потому что у нас сейчас вообще, ну, как может быть, там в России где-то нормально, да, а у нас в Европе вообще никуда не выйдешь, и ты, то есть ни магазины не работают, ничего не работает, да, то есть ты сидишь, и, а тут такое, да, и просто даже посмотреть, на людей, а вдруг это где-то стукнет, и ты тоже захочешь этим заниматься, да, я всегда говорю, особенно мамочки, которые сейчас, ну, вот дома сидят и не работают, и ребятишки дома, почему бы не воспользоваться этой ситуацией, да, вот, допустим, попробовать продукт, а потом просто рекомендовать его, да, тут ничего не нужно делать такого, никакие там, как у нас у косметолога, столько денег нужно вложить, чтобы вообще что-то открыть, да, то есть Открыть свой бизнес, более-менее да. нормальный, да, если там элитное, то это вообще можно забыть, да, поэтому поэтому такие вложения огромные. И здесь предоставляется, в принципе, когда меня спрашивают, говорят, ой, 100 евро в месяц, это что же так дорого? Я говорю, ну мы же когда покупаем, я не знаю, хоть что, да, продукты питания, там, мясо, о чем-то там, ненужные там товары какие-то, да, которые мы потом выкидываем, да, мы никогда не думаем об этом, сколько там это стоило, 20, 30, 50, 100. Купила штаны, а забыл одеть, потом выкинула, поправила. Не думаем же об этом, да, никогда. А свое здоровье вообще, мне вот это всегда, говорю, ну это же, я говорю, ну да, конечно. Можно ходить везде по врачам, биться о стены, да, и может быть тебе там когда-то что-то поможет, но как сам ты сам себе никогда не поможешь, да? То есть Конечно, ты... профилактика-то важнее, да, японцы говорят, нужно лечить свою болезнь за 5 лет до ее появления. Поэтому, конечно, когда болезнь есть, уже можно и к врачу, но можно ведь не доводить дело до этого, можно заняться профилактикой, и компания здесь, в принципе, вот то, что Оля говорила, концепцию здоровья, это определенные шаги, которые можно выполнять ежедневно для того, чтобы уберечь себя от проблем в организме. Все. То есть это все очень просто, это все просто упаковано, вот эту вообще в сумочку, в дамскую можно бросить, и после плотненького обеда принять для того, чтобы улучшить впечатление, это сладкое и острый вкус. Вот. Так что, девчонки и мальчишки, у нас такое предложение к вам. Если вам интересно мероприятие компании, то вы можете обратиться к нам, мы вам поможем зарегистрироваться. Если есть еще какие-то вопросы, то к нам в личку. И если вы хотите познакомиться с продуктом и узнать, как мы работаем, то, пожалуйста, марафон 8 числа, 8 февраля, к вашим услугам. Приобретайте продукт, а мы вас проведем по здоровым привычкам в течение месяца. Я вам 100% обещаю, что после этого марафона ваша жизнь никогда не будет прежней. Она изменится обязательно в лучшую сторону, 100%. Да, и, кстати, Жанна, мы забыли сказать, что сейчас выходит новый продукт, жидкий коллаген. Это самое-самое такое, то, что я бы порекомендовала каждой женщине после 25, как косметолог, да, то, что это работает на коже, это наш эластицитет, да, нашей кожи. И чем вот отличается коллаген от кораллового клуба? Да, то есть они в 25 миллиграмм, да, эту маленькую бутылочку, постарались запихать 10 тысяч миллилитров коллагена. Это такая важная вещь. То есть если вы, допустим, курс рассчитан на месяц, да, но если вы даже боитесь там потратиться, можно попробовать по 10 штук. То есть это такая классная продукция, которая изнутри также подтянет вашу кожу. Девушки, которые стремятся к красоте, хотят иметь красивую гладкую кожу, которые хотят также изнутри почиститься и всю эту наружу вывести, обращайтесь к Жанне, ко мне, к нашим девочкам. Мы вам все расскажем, покажем. И сейчас прям вот этот продукт я бы хотела бы всем порекомендовать. Девчат, попробуйте, это будет вообще супер классно. И на марафоне, кстати, об этом продукте будут рассказывать На мероприятии компании, да. мероприятия, да, то есть от компании.
Кстати, Оль, я думаю, что ты как косметолог можешь девчонкам больше рассказать об этом продукте, и мы сделаем следующий эфир по новому продукту, когда он у нас уже будет в Да, руках, когда я его потому что, получу, я прям хочу. да, я думаю, что как раз ты тот человек, который может правильно об этом рассказать, но, девочки, кто участвует в мероприятии компании на следующем выходных, может купить его уже первых числах. Вы знаете, что пандемия, вы знаете, что многие компании вообще продукт не могут, ну, доставить на рынок. То есть в онлайн-магазинах нет продуктов, потому что это пандемия, всем планы, да, ну, как, зачеркнула. Но компания делает все возможное, невозможное для того, чтобы нас обеспечить продуктом. В данный момент существуют, конечно же, разные трудности, поэтому компания, те, кто будут на мероприятии, пообещала обеспечить продуктом в первых рядах. Так что вот еще есть смысл зарегистрироваться на нашем мероприятии, чтобы в первых рядах успеть купить этот продукт. А как им пользоваться, мы будем рассказывать Оле тогда в следующих эфирах, потому что Оля как раз знает всю ценность этого продукта. Вот 10 миллиграмм запаковали в капсулку, да, то есть мы как не косметологи, мы еще не осознаем свои радости, но я думаю, что Оля нам объяснит, что это обозначает. Я Да, вот секретик маленько оставлю для следующего раза. да. И расскажет о всех преимуществах того коллагена, который предлагается. Вот, он что-то еще забыли мы с тобой? Вроде все. Ну, мы хотели пригласить на наш марафон, да, то есть, который готовит компания, да, с коллагеном, то есть это будет. А, да, про это мы уже и сказали. Да, то есть сейчас начинаем мы наш курс по очистке, да, с 8 числа, и вы подготовите постепенно к приему коллагену свой организм. И мы хотели бы очень, чтобы вы все к нам присоединились, чтобы коллаген еще лучше действовал на вашу кожу. Да, Приглашаем это правда. всех. Успейте записаться. Время осталось мало, и на наше событие приглашаем всех. Приходите, будет круто. Да, так что, девчонки, план действий поняли. Первое. Регистрируйтесь на мероприятие компании, приобретайте коллаген. И параллельно на наш марафончик с 8 числа по здоровым привычкам, там вы можете уже подготовить свой организм для принятия организма, то есть немножко уже почиститься. И потом мы все в марте дружненько присоединяемся к бьюти-марафону, который организует для нас компания. Компания пригласила разных специалистов в области красоты и здоровья, которые будут нам рассказывать, как женщине в любом возрасте оставаться красивой и привлекательной. Ну что, теперь все, да? Да, теперь все. Да, всем мы желаем хорошего субботнего дня. Завтра, девочки, посвятите время себе. В воскресенье нужно обязательно отдохнуть и побыть с собой наедине, ну, хотя бы часочек. Вот. И мы ждем от вас, конечно же, активных действий. Вы можете просто-напросто действительно, девчонки, напишите, мы все объясним, без всяких там каких-то сложных процедур или еще чего-то. Вы видите, что мы две взрослые, адекватные, красивые, здоровые женщины, которые есть чем поделиться. И с нами совсем не страшно созвониться или еще что-то. Мы вам даже просто, как сейчас в эфире, можем рассказать и просто в личном разговоре ответить на все ваши вопросы. Все, Да, я Оля? тоже присоединяюсь, да, всем желаю хороших выходных, проведите с пользой для себя, отдохните и с понедельника присоединяйтесь. Все. Оля, Вот. спасибо тебе за эфир. Жанна, тебе тоже спасибо огромное. Все, до следующего эфира. И давай девчонкам приготовим что-нибудь интересненькое похожее. Хорошо, на следующий раз. Сделаем, да. Все, давайте, до встречи. Давайте, пока. Пока, девочки.